Представить налоговую декларацию обязаны граждане, кто продал имущество, те, кто выиграл в лотерею. Физические лица, которые получили доход от сдачи в аренду своего имущества, и наши уважаемые индивидуальные предприниматели, нотариусы и адвокаты. Надо отметить, что налог взимается с продажи имущества, если оно находилось в собственности менее 3 лет. За предоставление налоговой декларации после установленного срока 2 мая гражданин наказывается штрафом. Для заполнения налоговой декларации по доходам наиболее удобно использовать специальную компьютерную программу «Декларация-2016», которая находится в свободном доступе на сайте ФНС России и поможет вам правильно ввести данные из документов, автоматически рассчитает необходимые показатели, проверит правильность исчисления вычетов и суммы налога, а также сформирует документ для предоставления в налоговый орган. Марина Антуганова, Константин Белов. Наше время.